Много воды утекло с тех пор, как мы покинули Ленинград, в котором мы родились, выросли и прожили большую часть своей жизни. И все эти годы мы ловили любую весточку из города на Неве. А он постоянно напоминал нам о себе письмом, телефонным звонком, эпизодом из фильма, где вдруг узнаешь знакомую улицу, знакомый двор или знакомое лицо. А в каждом большом городе старой Европы мы видели привычные до боли черты. В изгибах мостов и набережных, в узорах балконов и садовых оград, в лепнине фасадов и в стиле архитектурных ансамблей. Во время прогулки по Парижу вам обязательно вспомнится Невский проспект. Или охватит настоящее дежавю в Риме у собора Святого Петра. Или вы стоите в парижском пантеоне, и прямо на вас летит в маятник Фуко, точно как в детстве. Оконные статуи обычно не выдерживают никакого сравнения с медным всадником. А увидев в Неаполе коней Клотта, вы получите прямой укол в сердце. Их ведь ни с чем не перепутаешь. И вместе с грустью вы почувствуете гордость за родной город, за его изысканную красоту. Каждый наш приезд был полон сюрпризов. Но на этот раз город просто ошеломил. Новая часовня, новый концертный зал, новый шикарный квартал над скромной парадной улицей. Стройка в самом центре города – это всегда спорный и болезненный процесс. Ошибок и промахов не избежал ни один город Европы. С трепетом и тревогой старожилы города ожидают результатов реконструкции каждого дома. Ведь любые новшества можно при желании успешно скрыть за фасадами знакомых зданий. Здесь виден размах и современный дизайн. Что делать? Прогресс не остановишь. Многое вызывает улыбку, порой удивление. О реконструкции летнего сада мы слышали много, но когда попали туда, просто онемели. Thank you.
Да, нашего летнего сада больше нет. Но, вполне вероятно, пройдут годы, и он будет восприниматься как должное. Ведь сколько критики и споров было в свое время вокруг Эйфелевой башни, а сейчас она символ Парижа. А еще город поразил нас огромным количеством красивейших зданий, которых мы раньше не замечали под слоем копоти и грязи. Петербург меняется на глазах. Он восстанавливает свой статус жемчужины в короне Европы. За эти годы выросло новое поколение. Они увереннее, раскованнее, веселее. Они другие. И среди них мы уже не чувствуем себя как дома. Но ведь и в гостях нам бывает тепло и уютно. В Париже и Вене, в Лондоне, в Барселоне. Почему же этого не происходит на улицах Петербурга? Возможно, нам не хватает приветливых улыбок на лицах прохожих, цветов, беззаботного детского смеха. Хотим надеяться, что следующее поколение, которое вырастет в Петербурге, будет по-настоящему счастливым и свободным. Thank you.
Мы же приезжаем в этот город для того, чтобы повидаться с нашими старыми друзьями, и от этих встреч получаем такой заряд тепла, что его хватает на годы до следующего приезда.